В Кении прощаются с жертвами теракта в Уэстгейт. В торговом центре Найроби нападение унесло жизни по меньшей мере 67 человек. Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб». Ее представители заявили, что это месть за участие кенийских войск в операции Африканского союза против ее сил в Сомали. Расследование теракта идет полным ходом. По подозрению в причастности к нападению задержано 11 человек. Интерпол по просьбе Кении выдал международный ордер на арест британской гражданки Саманты Льютвейт. Не исключается, что она находилась среди боевиков. Льютвейт – вдова террориста Джарвина Линдси, который взорвал бомбу в лондонском метро в июле 2005 года. Помощь правоохранительным органам Кении оказывают специалисты из Британии и Израиля. Из Германии и США в Найроби прибыли группы судебно-медицинских экспертов. Они собирают вещественные доказательства, отпечатки пальцев, проводят тесты ДНК. Своих профессионалов готов направить и Интерпол. Осада Уэстгейт продолжалась 4 дня. В результате теракта сильно пострадало здание торгового центра. Спецназ, чтобы войти в комплекс, провел несколько взрывов. Вследствие этого, а также из-за возникшего в центре пожара, обрушились 3 этажа здания.